И я приехал на точку погрузки. Пригнал, буду вас грузить по пятихату. Вебмане, знаете. Я зато поснимаю. Как деньги падают на счет. Да разбежался, я уже на точку погрузки приезжаю на кране. Я уже тоже там, представляешь? Ты за пятихатку будешь грузить, а я за 200. Слышь! И кому пойдут грузить? Ну, выбор-то небольшой. А потом они удивляются, почему говорят, что мы за деньги предлагаем есть. Да-да-да-да-да! Все, грузим теперь всех за деньги. А что делать? Дурак. Поехать можно с нами бесплатно, но грузить мы будем за деньги. Все. Представляешь, вот она где правда была зарыта. Ё-моё, а я думаю, где ж я чего не знаю. Точно. Сколько я тебе, Серега-то, за сегодня? 1005, да, переслал? Да, вместе, наверное, с Витусом на пару. Вообще по двойной такси сегодня пошел. Не говори.